Семья, всем привет! И снова Сочи, Краснодарский край. Ну вот мое следственное прошлое, да, все-таки не дает мне покоя. Вот я не люблю, когда многие из вас наводят суету. Вот, знаете, я всегда, даже когда ко мне приезжает клиент, я всегда говорю, давайте не будем наводить суету. Вот эти вот срочные покупки, быстрые задатки, бежим. Я вообще не люблю, когда риэлторы, задыхаясь, знаете, такое ощущение, что их там сзади кто-то там, сказать, пинает. Рассказывает о том, что срочно, ребята, прям срочно выстраиваются огромные очереди. Надо срочно бежать покупать, иначе сейчас все раскупят и так далее. Я всегда говорю своим покупателям, клиентам, давайте не будем наводить суету, будем спокойненько, потихонечку разбираться. Да? Итак, тот комплекс, который уже многие в последнее время начали освещать, прям, так сказать, ну, без обид, как бы, я просто... Что называется, с пеной у рта, про то, что нужно срочно скупать, прибегать, так сказать, все площади. Да, хорошая цена. Жилой комплекс «Морская панорама» находится за моей спиной. Три корпуса, 72 сотки земли придомовой территории. Хорошая цена на сегодняшний день. Я повторюсь, это вторая часть сентября у нас. На сегодняшний день 20 сентября от 170 тысяч за квадрат. То есть можно взять 23 квадратных метра, 23,4 квадратных метра за 170 тысяч за квадрат. Это самая минимальная цена, которая есть. Максимальная зафиксирована цена на сегодняшний день, это в зависимости, конечно, от этажности, от площади, это 245 тысяч за квадрат. В принципе, и 170, это шикарная цена для этой локации, с учетом того, что застройщик обещает, что это будет статус квартира. И 245 это тоже хорошая цена. Можно взять несколько площадей под объединение. Смысл в том, что да, это неплохо. Это неплохо. Если мы говорим о том, что в конце концов здесь будет статус квартира, если здесь действительно территория, как они планируют, будет большой бассейн, огромный придомовой паркинг на 3000 квадратов, да, то есть сейчас даже вот есть частично на первом этаже как бы паркинг, но здесь это будет возведен у нас стилобат, будет бассейн, въездная группа, будет коммерция, там мангальные зоны и так далее. Там, ну, если действительно этот некий, скажем, эконом доведут до бизнес-класса, как планирует сделать застройщик, да, в свое время это была стройка, была проблемная стройка другого застройщика, строительство было заморожено, были суды, разбирательства, сейчас все это как бы в прошлом, и на сегодняшний день у нас... Продолжим. Я был вынужден прекратить съемку, потому что сейчас приедет спецтехника. В общем, свои моменты, свои нюансы. Ну, что я вам хочу сказать? Давайте, наверное, продолжим. Я не хотел долго разглагольствовать, объясню историю. Значит, мы находимся на улице Ландышевая, это центральный район. Здесь у нас сразу же вот въездная группа, собственно говоря, в жилой комплекс «Морская панорама». Рядом здесь сразу конечная остановка автобусов. Вот, пожалуйста, можете наблюдать. То есть до остановки автобусов, можно сказать, там... Ну, можно сказать, 5-10 метров, да? Кстати, рядом он у меня здесь есть на продаже два хороших дома по 400 квадратных метров, по 7,5 соток земли для этой локации по 130 миллионов. Они будут в придомовой территории с бассейнами. Классно сделано. Вот они, кстати, за спиной моей, прямо здесь. Начальная улица Ландышевой. Если вы в бюджете 130 миллионов, имейте в виду, что я для вас готов показать эти дома заодно. Вот, а так вообще, если вы в бюджете... Стой, куда ты опять... Стабилизатор опять говорит. А так, если вы убежите, что вам нужно знать? Что очень много видовых квартир в «Морской панораме». Что сейчас этот комплекс достраивается, в нем нету никаких проблем ни юридических, ни... Вы заключаете преддоговор. Там будет написано, что у вас статус квартира, что у вас такая-то площадь за вами закреплена непосредственно. Такая-то площадь, и это будет статус квартиры. Где-то примерно к Новому году, я думаю, что все эти корпуса на самом деле уже поднимут. Но к концу... следующего, ну, года 23-го это все будет, если создано. И тогда там будет спокойно проходить ипотека, а сейчас только за наличные. От 170 тысяч за квадрат вы можете спокойно приобрести в «Морской панораме» площади. Можно площади под объединение от 23 квадратных метров, еще раз говорю, до 39, там, плюс еще под объединение можно взять до 8 этажа. Много что есть в продаже, три корпуса. Хороший комплекс, хороший статус, со всеми центральными коммуникациями, но надо понимать, кстати, о чем не кричат риэлторы, так сказать, они как бы об этом забывают. Это нормальная абсолютно история, но нужно об этом тоже говорить.
Обычно бывает такое, доплата за газ, там 100-150 тысяч рублей. В данном случае здесь будет доплата за газ у нас в Морской панораме за котельную 250 тысяч рублей с каждой квартиры. Это тоже надо не стесняться и говорить. Да, кто-то скажет, Дима, ты плохой продажник, эту информацию надо не говорить, либо говорить в конце. Ну, давайте, я реалист на самом деле, это правильно. По крайней мере, если кто-то мне приедет и скажет, Дима, уже, значит, на сделке, Дима, ты сказал, что как бы не говорил ничего. А я скажу, ой, я забыл. Нет, ребята, 200, плюс 250 тысяч к цене. Но это хорошая цена. И 170 тысяч за эту локацию, начало Ладышева. И 500 метров до моря. Рядом остановка. 10 минут вы в морпорту, там, Маримол, там. Ну, что вам надо? Здесь все в доступности. И главное, что есть общественный транспорт на машинах. Такой. То есть я делаю заключение, что на сегодняшний день это хороший комплекс, в котором можно покупать площадь. Бегать по квартирам, по этажам. Ну, еще раз говорю, сейчас меня попросили временно, так сказать, выйти и не проводить съемку в связи с тем, что там спецтранспорт приедет и так далее. Но, в общем, бегать по этажам, по квартирам, можете зайти и посмотреть. Уже риэлторы там побегали, поснимали, так сказать, этажи, планировки, там разные абсолютно формы. Все очень просто. Если вы в бюджете от 4 миллионов рублей и вы хотите статусом квартиры себе приобрести в Морской панораме на улице Ландышевой на Мамайке, что с тобой происходит? Ну что такое, а? Ну что происходит со стабилизатором? Я купил стабилизатор, а теперь как бы у меня постоянные проблемы с ним. Вот. Если вы хотите приобрести недвижимость, пожалуйста, приезжайте ко мне, как я всегда говорю, на любую недвижимость в этом городе, 99% недвижимости, я дам вам лучшую цену. Лучшие цены, в том числе и на Морскую панораму, я дам вам лучшие цены. Я объясню, у меня два клиента сказали, Дима, там уже идет продажа вовсю, как бы, почему ты, так сказать, не освещаешь, почему ты не говоришь об этом, и, в принципе, нам интересно. А интересно почему? Потому что есть рассрочка. Но, опять же, риэлторы болтают все, что, так сказать, им угодно. Кто-то кричит, что 10% первоначальный взнос, и потом рассрочка там чуть ли не без ограничений там, на несколько лет. Кто-то дает другую информацию. На самом же деле все немножко иначе. 30% вы на сегодняшний день платите от стоимости квартиры. Допустим, квартира стоит 10 миллионов рублей, вы платите, соответственно, 30%, там, 3 миллиона рублей. Дальше на 10 месяцев вы получаете беспроцентную рассрочку. Это действительно так, это работает, это есть. Даже если квартира стоит 4 миллиона, самая дешевая там 4,75, по-моему, есть. Даже если вы покупаете эту квартиру, вы все равно получаете рассрочку, если она вам вообще, в принципе, нужна, на 10 месяцев. И поэтому, окей, пускай для этих клиентов я говорю, что да, продажи в Морских панорамах открыты. А так я вам всем напоминаю, что если вы хотите приобрести в Сочи любую абсолютно недвижимость, будь то от застройщика, в данном случае, или вторичка, дом, земля, с ремонта, без ремонта, я дам вам лучшие цены в этом городе, приходите всегда, я всегда для вас на связи без проблем, абсолютно. Но не нужно, так сказать, с пеной у рта там кому-то переводить задатки срочно с другого города и так далее. Спокойно приезжайте, никуда они не денутся. Все говорят там, каждые 3 дня повышение цен, все нормально. Сегодня 20 сентября, 170 тысяч за квадрат, есть цены. 245 тысяч за квадрат, есть цены. Это хорошие цены и в том, и в другом случае. Поэтому приезжайте, я с огромным удовольствием вам все покажу. Морская панорама открыта для вас, соответственно, в продаже. Без проблем. Хороший объект. Уверен, что все будет отлично. В любом случае, чтобы вы не покупали, тоже помните об этом. Никто не будет вам про это никогда говорить. Но знайте, что все риски по покупке недвижимости несете лично вы. Поэтому слушайте своих юристов, знакомых, риэлторов, родственников, слушайте свою голову, свое сердце, советуйтесь со специалистами, теми специалистами, которые вам по душе, но не забывайте, что это ваша покупка. И так же, как и мы покупаем себе жилье, так же и вы покупаете себе жилье, и только лишь вы несете себе ответственность. Никто вам не прогарантирует на 1000000%, что всегда все будет хорошо. Вот. Но это хороший объект, его можно покупать, я как бы даю рекомендации к покупке, что можно его покупать. Можно покупать. Это очень хорошая цена на сегодняшний день, действительно стоит это сделать. Если вы хотите заниматься йогой онлайн, если вы живете в другом городе, либо офлайн непосредственно в городе Сочи, там в Хосте, в Сочи или в Адлере, пишите мне, я дам номер своей любимой супруги Екатерины Андреевны, она, соответственно, с вами с удовольствием позанимается, она вовсю уже проводит индивидуальные занятия. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на Рутуб, там выходит видео чуть пораньше, Инстаграм, Телеграм, ВК и так далее и тому подобное.
И смотрите следующий ролик, я вам покажу. Сейчас еще нету ни придомовой, ничего, даже въездной группы нету. На самом деле и эти ворота будут заменены, будет два въезда. И здесь будет облицовка сделана красивая из керамогранита, там уже рассказал мне застройщик. Два отличных дома по 130 миллионов, крутых, с крутой панорамой, в крутой локации. Я уже сниму, раз я здесь нахожусь, рядышком, да. И еще раз говорю, что в морской панораме очень много видовых квартир, именно статусом квартиры. Это круто, когда у вас статус квартира и крутые видовые как бы квартиры есть до 8 этажа. Потом приезжайте, заходим на территорию, все смотрим, все оцениваем и принимаем решение. Хорошо, когда на Мамайке можно на сегодняшний день купить статусом квартира видовую квартиру за 5, за 4, за 6, за 10 миллионов рублей. Это круто, достойной площади. То есть это круто, реально очень круто, поэтому, ну, как бы, если вы в бюджете, не упустите свой шанс. Счастья, здоровья, любви, всех обнимаю. Меньше работайте, больше отдыхайте. Я всегда для вас на связи. Номер телефона всегда в левом нижнем углу экрана. Вы его можете видеть. И не стесняйтесь, набирайте. До обеда я не кусаюсь вообще. После обеда совсем. Все, я вас обнял. Семья, всем пока. Пошел я показывать дома вам. А по морской панораме я на связи. Все, пока. Пока. Я решил, да, этот, как обычно, моя фишка, доснимать. За моей спиной как раз таки там морская панорама, да, я зашел уже в дом, сейчас хочу отсюда ролик начать снимать, хочу вам показать, что какой будет вид у счастливчиков, так сказать, этого дома, на самом деле, да, ну, хороший вид, ну. Дом просто, я не знаю, ну, конкретно, там вилла 400 квадратных метров, просто, уже стоит на кадастре, будет хорошая территория, террасирована в два уровня, внизу здесь, соответственно, там бассейн будет, ну и панорама, конечно, шикарная тут панорама. Сейчас давайте переверну камеру, покажу. Шикарнейшая панорама. Конечно, нужно дождаться, когда сделают фасады у этих домов. Все будет четко, красиво, и тогда все будет по-серьезному. Весь Сочи на ладони. Ну все, семья, ладно, пока-пока, делаю обзор. Я жду, когда уже сделают бассейн. Здесь будет озеленение. Только озеленение купили на 7 миллионов рублей. Вы представляете? Реально. Ну, я доверяю этому застройщику, знаю, кто строит дома. Конечно, серьезная конструкция. Сколько здесь бетона, просто немерено. Какая здесь площадь нереальная. Ну, хорошо. Все, я поснимаю ролик. Все, семья, пока-пока. Кто в морской квартал, я на связи.